Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на одессита. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области. 38-летнего мужчину госпитализировали с химическим ожогом глаз. У подъезда к потерпевшему подбежал неизвестный и распылил в лицо слезоточивым веществом. Когда ослепленный начал звать на помощь, злоумышленник вытащил из кармана его куртки телефон и убежал. На крики отреагировали соседи, которые вызвали скорую помощь. О происшествии в полицию сообщили врачи. Принятыми мерами сотрудники Суворовского отдела полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Суворовського відділу поліції було затримано 24-річного місцевого жителя, який неодноразово судимий за майнові злочини. На даний час вказаний громадянин затриманий в порядку статті 208 КПК України. Вирішиться питання щодо повідомлення йому про підозру у склоні розбійного нападу.